полдень. 26-я маршрутка отходит от конечной остановки лишь с одним пассажиром. И, скорее всего, так и не заполнится людьми. «Ездим впустую», — говорит водитель. «Маршрут не обкатан, а поэтому невыгодно. На обкатку может уйти от месяца до полугода». Впрочем, утром иная картина. 8 утра, вот я выезжаю, полный салон набираю утром. А днем люди, может, еще не знают, не ездит никто. Как люди относятся к новым маршрутам? Нравится маршрут им очень. Но это удобнее, вы быстрее доезжаете, да, в город. Чем им на другой садиться, они здесь сели спокойно и уехали. То, что удалось застать эту маршрутку, настоящая удача. Ведь сегодня в рейсе, судя по данным диспетчерской, их всего две. Ежедневно в среднем их бывает 5. Еще 8 автомобилей на днях выйдут на маршрут. Еще готовятся документы. Возможно, поэтому жители КСК недоумевают, где эти новые маршрутки. Газели-невидимки или летучие голландцы, как их здесь уже прозвали. Между тем, микроавтобусы начинают работу в 7 утра и заканчивают в 9 вечера. Скоро, по заверению мэра, появятся еще дополнительные машины. Для того, чтобы как-то определить более частое движение по этому маршруту, сегодня договора еще с тремя предпринимателями заключаются, будет работать 45 машин. Протяженность нового маршрута от микрорайона Девичья Сопка. Далее по КСК проезд Олимпийский, Северный, клиническая больница, МАШ-завод, медакадемия и конечный пункт – бывший магазин «Океан». Однако уехать вовремя в ранние часы для многих жителей КСК по-прежнему непросто. Вся проблема в пропускной способности улицы Рахова. Вот единственный кусок. Если нам эту проблему решить в ближайшем, вот как уже в концепции генплана, что расширение этой дороги, тогда и вопрос бы отпал сам собой. Почему мы этот маршрут и завернули через Олимпийский проезд? Но надежда справиться с вечной проблемой отдаленных районов есть. Жители КСК ее пока не теряют. Вот уже много лет. Юлия Тимошенко, Иван Селезнев. Время новостей.